Второй форум молодежи прошел в Приморье на острове Русский на базе ДВФУ. На мероприятие съехались более 400 человек из 33 муниципальных образований Приморья. В форуме приняли участие руководители и активисты молодежных и детских общественных объединений края по таким направлениям, как молодежное предпринимательство и правительство, молодежные СМИ, студенческие отряды. Подробнее об этом в сюжете Екатерины Князькиной. Вице-губернатор Приморья Татьяна Заболотная 29 ноября открыла второй форум молодежи края. Она подчеркнула, что сегодня в каждом муниципальном образовании молодежь принимает активное участие в развитии всего региона, реализует уникальные проекты по различным направлениям. На церемонии открытия Татьяна Заболотная вручила грамоты и благодарственные письма губернатора за добросовестный труд и личный вклад в молодежную политику края представителям муниципальных образований, общественных молодежных организаций, ведущих вузов края. После выступления Татьяны Заболотной для всех участников форума на сцене выступили танцевальные ансамбли и вокальные группы студентов ДВФУ. Ребята, эта благодарность не только моя. Я лишь координирую вашу деятельность, деятельность молодежных парламентских структур. Нас уже 21 молодежное парламентское движение. И спасибо вам огромное, что вы работаете, трудитесь. Мы вместе с вами добьемся еще больше. Спасибо вам. Разрешите от имени всех присутствующих в зале, всех, которые стоят сегодня награжденные на этой сцене, считать второй, международный. Вот это я замахнулась. Вот это знаково. Еще не вечер, Татьяна. Вот это знаково, ребята. Второй молодежный форум Приморского края объявить открытым. Отметим, второй форум молодежи Приморского края проходил с 28 по 30 ноября в кампусе ДВФУ на острове Русский. В первый день приезда участники форума оформляли стенды фотографиями и плакатами из самых значимых событий своей жизни. На следующий день после обеда начали свою работу 8 площадок по самым разным направлениям. Занятия проходили в форме тренинга. Ребятам предлагалось самим решать поставленную задачу в игровой форме. Занятия на секциях очень сплотили участников форума друг с другом. Совершенно незнакомые на первый взгляд ребята активно вовлеклись в обсуждение общей темы, высказывали свои мнения и предложения. Закончился второй день форума развлекательным мероприятием. После насыщенного трудового дня ребята с удовольствием слушали известные хиты в исполнении музыкальной группы «Ураган» и танцевали. Утро следующего дня снова началось занятие на секциях. По итогу участники подготовили резолюцию, которая задаст направление реализации молодежной политики региона на 2015 год. Так, я напоминаю, что наше время подошло к концу в плане того, что мы все достягиваемся. Итак, ребята, я вас приветствую на форуме молодежной политики Приморского края! Честно? Вот прям честно, что-то не очень. Давайте еще раз. 3-4. Форум молодежной политики! Окей, итак, ребят, для вас играет группа «Ураган». Всем привет! В ходе всех дней форума присутствующих не покидало хорошее настроение, энтузиазм и творческий запал. Это удивительное место для развития потенциала каждого участника. На площадке ДВФУ хочется учиться, делиться своими успехами и победами. Благодаря нашей работе ребята не только из Владивостока, но и со всего края понимают, зачем нужны общественные организации и волонтерские движения, почему важна гражданская позиция и патриотическое и нравственное воспитание. Участники форума получат новые знания, которые они применят на практике в деятельности молодежных и детских общественных объединений, сообщил глава департамента по делам молодежи Александр Кайданович. Здесь мы видим собрание более 400 человек со всего Приморского края. То есть это огромный потенциал к обмену мыслями, обмену проектами и новым знакомствам. Очень понравилась сама программа этого форума. Например, то, что было приглашено очень много VIP-гостей. Еще хотелось бы сказать, что организаторы просто молодцы, потому что развлекательная программа, она построена очень хорошо. Да. То есть группа «Ураган», которая была и в прошлый раз, это замечательная группа, которая дарит море позитива. И песни, которые уже всем полюбились. Мероприятия подобного плана очень сближают ребят. Многим они полюбились, и все участники с нетерпением ждут встреч с новыми друзьями. Надеемся, форум молодежи станет традиционным, и мы еще не раз сможем понаблюдать за деятельностью молодежных организаций края.